Нагревание смыкается, и у нас продукты дымообразования не поступают в объектив. Вы его не увидите. Он просто потом расширяется по этим маслам. То есть вот эта лента, вот с этой лентой слепляется, она как распенивается. Сколько весит? Ну, она порядка 50. Тяжелая, может попробовать кто-то. Не, ну это гранит же, это же камень. Это сульфат кальция, смесь гипса, целлюлозы.